На початку цього тижня жителі будинку по вулиці Іванова, 24, знову прийшли до міської ради. Причина це заключається в тому, що деякі квартири почали відключати від електропостачання. Історія цього питання, вона має вже кілька років. І це питання заключається у тому, що мешканці цього будинку сплачують за 1 кВт електроенергії як комерційна організація, тобто у кілька разів більше, ніж звичайні споживачі. І сьогодні ми вирішили дізнатися про те, як так сталося, чому на сьогоднішній день цей будинок, який був реалізований за програмою «Доступне житло», сплачує за електропостачання таку захмарну ціну. І ми запросили до нашого ефіру голову ОСББ, який має розповісти про ті проблеми, які виникли у цьому будинку від самого початку його введення в експлуатацію. Але перш ніж розпочати з ним розмову, давайте пригадаємо, з якими вимогами прийшли жителі цього будинку до міської ради і що саме представники виконавчих органів влади їм пообіцяли. Протест через вартість електроенергії. 31 жовтня біля міськради зібралися жителі будинку по вулиці Іванова, 24. Вони прийшли для того, щоб зустрітися з представниками влади. Мешканці будинку «Доступне житло» вже понад 3 роки сплачують за електроенергію за промисловим тарифом. Виходить, що за 1 кВт їм нараховують майже 6 гривень. Тоді як тариф для населення складає 1 гривню 68 копійок. Что последовало и отключение нескольких семей у нас в доме от электричества, потому что данная компания, которая нас, ну, так скажем, содержит в электроэнергии, она за долги, да, отключила. Там у людей по 7, по 6, по 8 тысяч долг. Вот и пришли попытать счастье очередной раз. Получилось так, что опять до конца ноября ждем каких-то решений по поводу новопринятого приказа президента України. Вот. Ну, посмотрим, може бути, щось і поміняється. Біля будівлі міськради жителі будинку перестріли міського голову. Володимир Новацький відповідав на питання власників квартир будинку за програмою «Доступне житло». Я даю розпорядження. Всі люди, які платять хоча б мінімум 500 гривень, всіх підключити. Да. Лично пойду, клянусь, пойду к вам лично. Всіх підключать зараз. ОСББ, не ищите причину, сядьте з застройщиком і рішите проблемні питання. Ви їх рішите, не просто відсечь, і ми не будемо платити. А хто за вас буде платити? Ви ж використовуєте електроенергію? Використовуєте. За неї потрібно платити. Хоч чуть-чуть, я ще раз говорю, не треба все платити. На детальний черговий розбір з жителями будинку залишився начальник ЖКГ. Дмитро Любівий мав в руках список боржників за електроенергію та суму боргу ОСББ перед постачальником. Озвучують цифру боргу будинку в розмірі 108 тисяч гривень. Да. Тарифы для населения 24-го вступил в силу. Да. Во вторник, в среду отвез документ ваш житель ОСББ. Да. Я в пятницу созванивался с замом директора. Они были в командировке, сказал, что они в понедельник этот вопрос, чтобы попало это на резолюцию, как можно быстрее и быстрее прошло, рассмотрят. Сегодня во второй полдня я буду с ними созваниваться. Голова правління будинку пояснює, що ОСББ не в змозі закрити цей рахунок, адже заборгованість мешканців перед ОСББ становить 300 тисяч гривень. Микола Панченко розповідає, що передав звернення та заявку в ДТЕК. Зараз чекають на дозвіл підключення будинку. Сьогоднішній день кожна квартира в цьому домі по переплате, у кого 20 тысяч, у кого 30, и по сумме квартир, если это не сложная математика, дом уже потерпел убытков на больше, чем 3 миллиона гривен. Я надеюсь, что это хотя бы для них аргумент, но, как видите, сегодня мы стали свидетелями, что и далее горсовет отстаивает интересы частной фирмы. Депутат Южницької міської ради до жителів Іванова, 24, прийшов пізніше. Олександр Ануфрієв запевнив, що мешканців підтримує.
Я буду так само підтримувати цих мешканців і до того, поки не вирішиться ця проблема. Но на сесії був задан вопрос мною, що коли закінчиться той абсурд такого тарифу. Володимир Миколаївич, наш мер, наш голова нашої громади, сказав, що проблема рішається і вона повинна рішитися, ну, в даний час. От зараз ми бачимо, що люди зібралися і проблема не рішається. Представники влади на вирішення проблеми взяли орієнтовно ще місяць. А жителі планують прийти наступного разу з мітингом. Отже, ми зараз будемо говорити з головою ОСББ Іванова-24 Миколою Панченко. Вітаю вас. Добрий день, телеглядачі, ведуча. Хочу почати з того, що з вашого дозволу я перейду на окупанську мову. Так, ви будете працювати потім над собою, так? Так, я обіцяю покращити свою українську, щоб вона була досконала. Але зараз мені буде легше доносити свої думки до телеглядачів, легше буде відповідати на ваші запитання іменно мовою орків, скажімо так. Добре. Дякую за те, що ви прийшли до нас. І чому ми вас запросили? Я спостерігаю, я як журналіст на вашу проблему не виходила. Але мої колеги регулярно, постійно виходять і висвітлюють ті проблеми, з якими ви стикаєтеся, як жителі будинку, який був реалізований, збудований за програмою «Доступне житло». Отже, мені самій, як з одного боку жительки міста Южного, з іншого боку, як журналістці, цікава взагалі історія вашого питання. Що сталося? Давайте почнемо з самого початку. Що це за будинок Іванова-24 і коли і з якими проблемами ви почали зіштовхуватися, як люди, які вклали частину коштів в реалізацію цього будинку? Да, хочу сказати вам спасибо за освітлення. Бачите, не можу вже підбирати російські слова. Може, було б і краще українською, але... Ну, ви себе не обмежуєте. Хочете говорити українською, говоріть українською, російською, знаєте російською. Я все-таки на русском мені буде комфортніше. І хочу сказати вам спасибо, що всячески освітлюєте нашу проблему. І почати можна було би з створення ОСББ в цьому домі. Це такий проблематичний теж момент. Я, будучи молодим романтиком, посещав ці збирання неодноразово на крильці нашого дому і бачив, що нікуди не рухається, к сожалению, не виконувалися в повному об'ємі ті услуги, які прописував в квитанціях нам застройщик. И мне хотелось помочь этим бедным людям, которые, и я в их числе, был в этом доме. К счастью или несчастью, я продал недвижимость. Вот. Но так закрутилось, что я стал головой ОСББ в этом доме. Вот. Ну, от ви сказали про те, що зіштовхнулися з тим, що були з самого початку проблеми і потрібно було створювати ОСББ, наскільки я розумію, так? А які проблеми? От на ганку цього будинку збиралися люди, давайте скажемо, коли це було, ну, скільки років тому, і які саме проблеми вони піднімали? Це було орієнтовно 2 роки назад. Вот. Трудности с самого начала были у меня, потому что я не занимался деятельностью ОСББ. Для меня эта сфера была очень новая. Когда я консультировался у своих знакомых, кто уже выполнял эти функции в городе, они мне, конечно, отговаривали, советовали: нет, Николай, не надо, не делай этого. Но я, к сожалению, не послушался их. Я на то время зарабатывал деньги в другой сфере и не думал, что все настолько плохо в нашем обществе. Вот. И я решил
с романтикой ворваться и помочь жителям этого дома. Трудности были, я начал осваивать это все. Было очень много советов со стороны дома, людей, которые были некомпетентны в этом вопросе, как оказалось потом, в дальнейшем. Они потом затаили на меня, видимо, обиду, что я не слушался их, а пошел где-то на обучение, вебинары, семинары, уделил этому достаточно много времени. Где-то частично освоил эту должность головы ОСББ. Она оказалась не самой легкой, потому что она объединяет в себе и юридическую составляющую, и экономическую, и бухгалтерскую, и хозяйственную, и много других. Плюс этот дом еще с крышной котельной, объект повышенной опасности, что влечет за собой оформление достаточно большого пакета документов при пуске газа на отопительный сезон и так далее и тому подобное. Вот. Ну, не знаю, мне тяжело давать характеристику своей работе. Я думаю, что она не самая лучшая. Если вы меня спросите, можно было ли лучше, я уверенно скажу вам да, конечно. Очень сильное давление было со стороны жильцов дома. Оказывается, когда первый год мы подали отопление в дом, в чате там у нас есть вайбер-чат, где люди высказывали свои мысли по поводу пуска отопления, как они его хотят. И когда мы его пустили, активизировались люди, которым оказывается не меньшее количество людей, им это отопление не надо, потому что у них не сделаны ремонты. И при обзвоне там должников я сталкивался с такой проблемой, что люди говорят: «Николай, мы не знаем, зачем мы купили эту квартиру, и извините, мы пока платить не будем, пока дойдет до них». И это реальная проблема. Некоторые люди говорят: а можно мы платить не будем за это отопление, а можно будет платить меньше, а можно мы будем платить по-другому как-то. Ну, то есть звонки были самыми разными предложениями, но всем отвечаю одинаково. К сожалению, такое невозможно, потому что у нас один узел учета газа, который потребляем мы на отопление. Если вы не заплатите, или я вам как-то помогу не заплатить, то мне эти деньги надо будет с кого-то другого взять. То есть это невозможно. Ну, тобто, частина людей у цьому будинку купили квартири у доступному житлі, але там не проживали, так? Не проживали. Ну, тобто, це одна з тих проблем, з якою ви зіткнулися як голова ОСББ, правильно? Да. І до сих пор у нас дуже багато не зроблених ремонтів. На цих квартирах я розношу платіжки самостоятельно. І там деякі квартири у нас є, которые ни разу еще не заплатили с момента создания ОСББ. И если первое время они еще как-то отвечали на звонки, то сейчас они просто не берут трубку от меня и все. Ну, мы нашли выход, мы сейчас передаем дела в суд по должникам. К сожалению, мы не можем сразу подать большой объем, потому что бюджет дома маленький. Я пытался людям сделать тариф максимально комфортный, там тоже приходилось мне высчитывать, но поскольку у нас небольшая площадь, и от большой площади очень тяжело сделать маленький тариф, потому что собираем, как это все рассчитывается, я сейчас вкратце расскажу. Это берется необходимая сумма на содержание дома и делится на площадь. Соответственно, там вот мне показывают, что есть дома, где тариф намного меньше, ну, значит, у них была просто площадь больше и необходимая сумма, я не думаю, что меньше, чем у нас. Ну, це формула така: чим більше будинок, тим менше тариф сплачується за квартиру або внески ОСББ. Так, ну, это, грубо говоря, чим більше. Якщо один під'їзд, ну, да, так, як у вашому, да, варіанті, то само собою, що тариф буде більший, тому що менше мешканців живе. Да. Ну, площі, я би сказав, від мешканців то не залежить, не зависить, то більше зависить від площі. Мы все-таки начисляем взносы на площадь. Ну, так будет правильно сказать. У будь-якому разі цей тариф затверджується загальними зборами? Только, да. Вот я пытался всячески построить демократию, демократическое управление, так сказать, домом, но столкнулся с кучей трудностей. Люди, как лебедь, рак и щука, из этой
баллады это, да, извиняюсь. Угу. Вот, и честно, очень тяжело. Надо, все-таки диктатура, правильно это, неправильно, это уже там покажет время. Ну, якщо ви говорите про диктатуру, то це диктатура закону має бути, так, розумієте? Да. Бо ми живемо в правовому, в правовій державі, і тому ці питання мають вирішуватися виключно через закон. Давайте ми продовжимо далі. Отже, це одна з проблем, з якою зіткнулися, коли були взаємодії так з власниками квартир. Інша сторона, яка публічна на сьогоднішній день, це взаємовідносини ваші з міською радою. Давайте мы перескакиваете немного. Если так уже проделывать эту хронологию, это мы столкнулись с созданием ОСББ и, да, работа с людьми. Но потом, в дальнейшем, после создания ОСББ, следующий наш шаг – это была приемка дома от застройщика. Тоже я приглашал квалифицированных специалистов, которые фиксировали нарушения ДБНов. И очень много их было, когда мы начали сравнивать с проектами, что должно было быть и что мы получаем на выходе. Разница была колоссальная. Когда я это озвучивал в горсовете застройщику, они не хотели этого слышать. И в этот период я говорил, давайте не будем спешить с приемкой дома, давайте пускай они устранят, давайте этот вот... С одной стороны, вот встречи у нас неоднократно происходили в горсовете трехсторонние, наша инициативная группа, горсовет и застройщик, и там всегда все звучало очень красиво. Но как доходило до дела, к сожалению, мы не получали. А какие там порушения? Что самое вас не влаштовывало, когда вы дивилися, оглядали, вы мали подписать акт певный, так, про приемку? Да, приемку передачи. Вот что самое вас не влаштовывало на тот момент? Ну, смотрите, там были самые такие дорогостоящие. Это была крыша с проблемами. Там какие-то порезы были и так далее и тому подобное. Причем застройщик говорил, это мы уже самостоятельно это поделали. Там какая-то диверсионная это вот группа или что-то такое. Но, к счастью, он принял этот факт и сделал эту крышу. Она достаточно долго, около полугода, люди страдали. На 10 этаже затекала вода. Я с них не слазил, они, спасибо им, как бы закрыли этот вопрос. Но потом были еще дорогостоящие такое, что мы увидели в проекте теплоизоляцию разводки по дому теплоносителя. Это очень важный факт, вот сейчас уже несколько отопительных сезонов у нас прошло, потребление газа оказалось выше прогнозируемо, скажем так, те подсчеты, которые я делал при пусках там, первых отопительных сезонов, когда мне закладывал потребление в Нафтогазе и так далее и подобное. Вот, и я показывал им, сделайте, пожалуйста, уже не будем разводку до квартир, чтобы не срывать стяжку и все остальное, сделайте хотя бы по шахте. Ну, вроде бы, когда, да, сделаем, и сегодня они сделали, но это чисто замыливание глаз. Не знаю, может, в дальнейшем я планировал, конечно, все это сделать, но я уже повторяю, что пока... Электричество по такой цене, люди, ОСББ недополучает деньги. В дальнейшем, может, если мы выйдем из этого пике, будут появляться какие-то деньги, мы обязательно пустим на модернизацию. Как глупо звучит, да, новый дом, недавно сдавшийся, а мы уже будем что-то модернизировать. Вот. Ну, к сожалению, мне не получилось дожать тогда застройщика. Он сделал так, замылил глаза. Было очень сильное давление со стороны жильцов, там, инициативной группы, горсовета, которые давай, 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 забирай дом, и тогда мы там тебе все сделаем, поможем. Я тогда уже встречался с начальником РЭСа и города Южный, Кухарем. Он уже мне тогда говорил, что там действительно есть проблемы, которые я губки озвучивал. Тогда это был начальник УКСа. Он мне обещал, все, Николай, все сделаем, там все, все будет хорошо. Я тогда не мог подумать, что власть может быть такой и не отвечать за свои слова, к сожалению.
Вот. И мы приняли дом. Вот это наша была история. Мы приняли дом. Следующий этап, можно сказать, что начинается работа с горсоветом. Как бы уже застройщик отходит на второй план, поскольку он дом сдал, мы его приняли. Остались открытые вопросы. Я вот озвучивал этот договор 70 на 30, где 70 – это соинвестирование, инвесторы, которые заплатили за свои квадратные метры, за коробку, и 30, которые брал на себя горсовет по подключению коммуникаций. Газ, свет, вода. И вот остается открытым вопрос электричества уже достаточно давно. И для меня было шоком, когда вот это собрание, на меня начал мэр повышать голос и его зам о том, что ОСББ виновата в сегодняшней ситуации. Это для меня был шок. Может, я как-то их слова неправильно понял. Ну, ну давайте розберемося, чому... Давайте розберемося з самого початку, що це за проблема. Чому вона виникла? Чому сьогодні будинок, мешканці цього будинку Іванова 24 сплачують фактично 6 гривень за 1 кВт електрики? Як так сталося? Смотрите, як це случилось? Это случилось таким образом, что бюджет города выделял деньги на проектную документацию на подключение этих двух домов еще в далекие, сейчас я не буду врать, какие года, и там был проект на два дома сразу. Уже в процессе общения, когда вижу, что горсовет не справляется, не отвечает за свои слова, я начал искать знакомых, кто может мне помочь, и у города открываются такие достаточно проблематичные перспективы по поводу подвода вот этого электричества, и уже давно необходимо закладывать в городе и в бюджет развитие энергосистемы города, необходимо ввести новую ветку, которая бы разгрузила вот эти две сегодня существующие. Вот, это, я так понимаю, достаточно большая нагрузка на бюджет, и почему-то, видимо, Владимир Николаевич не хочет в свою каденцию брать на себя эту ответственность. Ну, а взагалі це виконком має робити, чи все ж таки фірма, яка надає послуги з електропостачання? Ну я опять, я захожу в глуб. Ви на міський бюджет зараз накидаєте все, що тільки можна, тобто вирішення всіх проблем, але є конкретна організація, яка за це потім вигода отримувач. З цього всього не бюджет, а з цього всього має отримати, ну от, грубо кажучи, та фірма, яка потім буде подавати цю електрику. Тобто у нас відбулася модернізація. Два роки тому у нас була модернізація, у нас всю лісосмугу зрізали і там встановили великі досить ну, такі мережі, які сьогодні забезпечують роботу не тільки Южного, але й половини регіону нашого. Тому, ну, тобто ви, коли робите подібні висновки, все ж таки треба розібратися, чи взагалі повинен міський бюджет платити або створювати мережі. Тобто, дійсно, міський бюджет має забезпечувати інфраструктурні об'єкти. Але електромережі – це трішечки, ну, трішечки інша справа. Ну, согласен. Это я за что купил, за то продал. Как мне описали эту ситуацию, так я ее преподношу. Может, я свой нос не в свои дела. Согласен. Но это уже в процессе разбирательства по нашему дому. Там вот, озвучивались такие проблемы. И... Ну, у нас не вистачає потужності електромереж на місто Южне, правильно? Я вернусь на беседі по поводу ТУ, які виділялись на два дома. І чому-то горсовет надіявся по цим старим ТУ, які, як мені сказали в ДТК, давно вже потеряли свою силу. Все-таки оставляли надежду подключить наш дом. Для мене це було непонятно, дико. Вот мне на первых порах в доме тоже помогала прекрасная девушка Лина,
с Киева, юрист, у нее мама владелец квартиры. И мы ходили на эти встречи в горсовет, и у нее уже тогда в связи, она там помогала генеральному директору там в каких-то юридических вопросах Одесской области. И ей четко сказали: Лина, надо только новый ТУ выполнять, и мы все это подключим и введите разговор в таком русле. И когда мы это все доносили в горсовете, у меня такое ощущение, что они просто остались в прошлом веке и надеялись еще решить какие-то вопросы какими-то такими в кулуарах, так сказать так. Вот. В дальнейшем, вот буквально это произошло недавно, это, наверное, с полгода назад, уже новый начальник КУКСа, я возлагал на него достаточно большие надежды, такой активный молодой человек, показал себя очень хорошо. Если вы помните, мы двигались в сторону отдачи заключения договора на обслуживание ТП с ДТЭКом. Я так понимаю, у этого начальника УКСа была надежда, что если мы отдадим на обслуживание ДТЭКу это ТП, куда у нас проложен кабель, то, возможно, он сможет как-то безоплатно получить это ТУ, что упростило бы, удешевило бы процесс перехода на потребительский тариф нашего дома. Но це рік тому було, коли передавали цю ТП на... Ні, ну, к сожалению, если вот сказать правильно, то одна из причин сегодня, почему ДТЭК не может перевести нас на потребительский тариф, это то, что ТП находится на балансе у города. Тобто не передали? Нет, ТП они не передают. Я не понимаю, почему. Есть ряд депутатов, с которыми я общаюсь, они готовы проголосовать за отдачу в ДТЭК. Так, если вы знаете, то с кем я не общаюсь, ДТЭК монополист. И везде передают эти ТП им на баланс безоплатно. К сожалению, не знаю. Скажите, а вы какое отношение будинок? Жителі цього будинку, яке відношення мають до ТП? Саме пряме, ми туди у нас проложен кабель. Так. І ми не можемо отримати потребительський тариф, тому що буквально недавно, там теж через знайомих, ми пробили з генеральному директору, который ткнул нас носом в устав ДТЕКа, де чітко чорним по білому написано, що ДТЕК не може подключать, выдавать ТУ, проводить какие-либо работы в ТП, которые находятся у них на балансе. У вас на сегодняшний день тариф, який сплачують комерційні організації, 6 гривень. Це житловий будинок. Ви, коли його здавали по вашому статуту, ви його здавали як юридичну організацію, яка там виробляє, я не знаю, якийсь продукт, чи ви його приймали і у вашому статуті написано, що там люди живуть? Ні, в статуті, звісно, написано, що люди. Ми проходили реєстрацію налогову, де написано прибуткова організація, в ЦНАПі, де написано общественна організація. Тобто це люди. И я пытался в какой-то момент избавить дом от застройщика, то есть вот застройщик не просто нам выставляет 5-6 гривен за электричество, а он еще и собирает деньги на обслуживание дома, он так это называет, и объясняет это тем, что у них есть электрик, который ходит, исправляет какие-то замечания по электрической части, есть у них бухгалтер, который начисляет їхні тобто вот эти... обслуговуюча, керуюча компанія у вас зараз забудовник? Ні, ні. А на якій підставі вони збирають ці гроші? Індивідуальні договори іменно з жителями, да. А чому вот жителі не розірвали договори зараз з забудовником? Ну, это надо спросить им. Я в беседах очень часто им говорил, ваши отношения с застройщиком строятся на индивидуальных договорах. И как вы их построите, так и будет. И многим советую вести диалог в сторону разрывания, но, не знаю, то, что мы говорили, общество достаточно слабое у нас, не все могут анализировать какую-то информацию, двигаются в
непонятных, неизвестных им направлениях. Добре, а ОСББ за рахунок чого виживає? Хто сплачує в ОСББ і з ким у вас договори? Смотрите, ну я не договорил. Они выставляют, эта сумма, грубо говоря, небольшая, с квадратного метра, там 2 с чем-то или 3 гривны, я затрудняюсь сейчас ответить. На этого электрика, на девочку, которая ходит, снимает показания, на бухгалтера, который начисляет эти деньги. Вот. Я пытался сбавить нагрузку жильцов в ДТЭКе, чтобы они не платили застройщику вот эти вот дополнительные тарифы. Я пошел напрямую и говорю, давайте мы, если мы сегодня не можем перевести людей на потребительский тариф, давайте я хотя бы заключу с вами договор напрямую, как юрлицо, и будем выставлять людям там, по коммерческому этому узлу коммерческий тариф, но хотя бы мы избавимся от вот этих вот дополнительных начислений. Мне четко дали ответ, что извините, с ОСББ мы такие договора не заключаем, все-таки, вот как вы говорите, мы неприбуткова организация. Так, и вы просто не сможете оплачивать, это незаконно. Так. Незаконно, да. И они сказали, делайте, выполняйте ТУ, приходите на потребительский тариф. В каждом, я очень много писем писал и в ДТЭК, и в Горсовет, и НКРЕ. И последнее, вот очень хороший, удачный адресат, это мы в администрацию президента написали. И сегодня ДТЭК со мной сам выходит на связь, говорит, Николай, давайте, давайте, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Но это мы получим все равно такие ТУ, временное подключение на время проведения военного положения в стране. Сейчас такая возможность есть, получение этих ТУ. И, к сожалению, ДТЭК выдает эти ТУ сейчас на подключение нашего дома к соседней ТП, которая находится на Шевченко 4. Это за собой влечет прокладка новых кабелей, благоустройство территории, перекопать надо там, не знаю, хочу сказать, пол района, ну не пол района, там надо смотреть. И приблизительные затраты на эти работы, там мы в УКСе оговаривали около 2 миллионов гривен. Ну, кстати, есть поддержка депутатов, понимание от начальника УКСа, от его зама. Мы проработали такую схему, что если мы даже проделаем эту работу, можно будет погасить эти деньги через фонд помощи ОСББ и там процентовку какую-то самую минимальную сделать. Я готов уже идти на эти затраты, чтобы уже скорее сделать дому потребительский тариф. Но, к сожалению, на сегодняшний день бюджет заморожен на такой вид работ. Він не заморожений. Там є статті витрат, які, на які можна витрачати кошти. Тому ці види витрат, я так розумію, що просто на них не можна зараз витрачати кошти з бюджету. Так, давайте тепер. Ну, ми говорили, кстати, з депутатами, щоб як-то нашу законодательну, або як наші ці роботи підвести під якісь екстрені, щоб була можливість. Ну, поки це на стадії переговоров, все так как бы остановилось. Я так розумію, що цей тариф, він через виник, через те, що немає технічних умов у вас, так? І ви не можете заключити угоди напряму з ДТЕКом. Тобто ваші жителі не можуть зараз заключити угоду з енергопостачальною компанією. Ну, тобто, не ДТЕК, це може бути якась інша абсолютно. Але у вас немає тих умов, правильно? Так. Да. Ну, щоб ви розуміли, тих умов, це не просто якась бумажка, яку можна там виписати де угодно. Тих умов, там кожен кіловат сьогодні, я не знаю, около 2-3 тисяч гривень, я затрудняюсь відповідати. И плюс проектная организация, и там около 500 000 гривен, только эта бумажка стоит. А еще потом и выполнение. А техумовы выдают? ДТЕК. ДТЕК выдает, да. Ага. То есть это единственная организация, которая выдает техумовы? Ну, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, швидше за все так. Я тоже думаю, они как монополисты. Угу. Техумовы, кто має ініціювати выдачу цих техумов, кто мав зробити ці технічні умови? Ну, возвращаясь к истокам, поскольку подключение
коммуникации было на горсовете. Я понимаю, что это должен был сделать горсовет. Я не понимаю, я уверен, что они должны были это сделать. Допустили халатность. Ну, техумови тоді такими видами робіт взагалі-то займається управління капітального будівництва. Да, совершенно верно, да. Да, это їхня парафія. Так, і вони на сьогоднішній день не можуть цього зробити через те, що у нас з підстанцією якась проблема, бо її не передають на баланс ДТЕКа безкоштовно. Ну, не проблема, проблеми нету. Я так понимаю, є заінтересовані люди, які... Там продают это электричество с этой ТП по коммерческому тарифу для застройщика или для каких-то других. Я тоже сую свой нос не свои дела, но не, вы на сегодняшний что день они против. Это коммерциальная компания. Да, им, но у них не может ТП находится на балансе у города, и поэтому город, я не знаю, как он там, чем они занимаются, но почему для меня остается вопрос, почему есть ряд депутатов, которые против передать это ТП на ДТЕК. Вот почему? Они, ну, понятно, тому що це майно, не... за яке треба сплачувати, якщо чесно. І взагалі будь-яке майно, земля, все, що смотрите, пов'язане это, з комунальною власністю. Таке майно, воно дуже опасне. Там трансформатори, воно необхідне обслуговування. Це не має значення. На сьогоднішній день комунальна, оно... Це комунальна власність. І якщо це комунальна власність, його потрібно виставляти на аукціон. І там можуть виграти не тільки ДТЕК, пускай, а... Пожалуйста, пускай, ну, тобто, пускай вони тоді... З 2015 року законодавство змінилося, і зараз будь-яка земля, там, вона виходить на аукціон. Оренда, продаж, будь-які операції, пов'язані з майном комунальним... Смотрите, я извиняюсь, я вас переб'ю, я понял вашу ход мислі. Если они хотят, не, так пускай они делают. Факт. Я, да, я ну факт, хорошо, пишу. Это факт, да. Ну, на факты построены на ходе мысли. Я понял ваш ход мысли. Что если они хотят продавать, пускай пробуют. Пускай делают один аукцион, посмотрят, кто туда зайдет и по тем ценам, что они выставляют. Пускай, если там он сорвется, я уже вижу, что он срывается, потому что никто не зайдет и никто это не купит. Пускай второй раз заходят, третий, четвертый, пятый, когда до них дойдет осознание, что там кроме ДТЕКа никто... Якщо там має бути більше двох учасників, на другий раз, якщо, наприклад, один ДТЕК заходить, один учасник, то другий аукціон проводиться навіть за участю одного учасника. Ну, смотрите, тобто, да... проблем немає, і ця історія не буде безкінечна насправді. Ну вот, и я хочу, чтобы они это сделали раз, посмотрели, что кто туда заходит, кому оно надо и так далее и тому подобное, и уже как бы двигались в том направлении, к которому надо двигаться, потому что я же говорю, я уже очень много провел времени в ДТЕКе, я, можно сказать, уже какой-то такой маленький, но эксперт в этих энергетических вопросах. Добре. И протягом... Я не знаю, може ми сюжетів 5 вже зробили про те, що ви виходите до міської ради. От як ви власне називаєте цей захід? Ви приходите групою людей до міської ради. Це що у вас? Ми кожен раз говоримо, це мітинг. Мітинг? Ну, він не відповідає якимось стандартам мітингу, якщо чесно. Ну, тобто, якщо ви приходите до адміністративної будівлі, у вас мають бути якісь вимоги. Ви маєте його написати в листі, ці вимоги. Ви маєте дати їх тим людям, які за це відповідають, або зареєструвати цього листа. Ну, тобто, оцих процедур кожного разу я не спостерігаю. Ці требування вже виложені в мільйон листів. Я мог би принести цю переписку, де ми кожен раз іщемо, ми пытались заключить какой-то меморандум с горсоветом, назначьте ответственное лицо, вроде бы как любивое ответственное лицо, дайте какие-то сроки, сроков никаких нету. Вот мы очень много проделали работы, меморандум, так они сказали, мы с ним ознакомимся, дадим ответ, ответа нету, пишем опять письма, отписки самые нелепые, там все в процессе, все ждите, 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 ждите. 2 года мы ждем, как я говорил,
Я уже просил их, давайте я с вами поеду, я хочу посмотреть, как вы строите свой диалог с ДТЭКом, что, какие у вас просьбы, как отреагирует на нашу проблему ДТЭК, чтобы мне иметь хотя бы представление, где вы, на каком свете, что отвечать людям. Люди, негодование растет, люди не разбираются в вопросе, они сбрасывают свой негатив в мой адрес. И я их понимаю, на самом деле я понимаю, и если бы я был на их месте, я бы так же само, наверное, поступал. И поэтому я их ни в коем случае не критикую, они все правильно делают. Может, разве что добавить им больше, так сказать, чтобы они больше разбирались в вопросе, а не бросали пустые какие-то обвинения в тот или иной адрес. Добре, я тому вас і запросила сьогодні до нашого ефіру, щоб просто розібратися, яку роботу ви проводили перед цим, яку ну, на загал не виносили. Тому що я чому вас запитую стосовно мітингу? Тому що на мітингу ніяких листів ви не вручали ні представникам влади, ні там не виконавчим органам влади, ні депутатам, жодного звернення офіційно, якого позвучили депутати від вашого будинку, я теж не пам'ятаю за ці два роки. Видимо, следующий етап моєго розвитку, я буду ізучати, як проводяться мітинги. Ну вот. Так, тому що на мітингу мають бути вимоги. Смотрите, і ви маєте їх публічно. Цей раз, чому ми зібралися, ви мене пригласили, тому що от у нас опять, ну, можна назвати по-другому, не мітинг. Ну, я називаю це мітингом. Но воно схоже Слажа, на зібрання вот. Людей. Смотрите, почему это, к чему это мы вообще собрались? Потому что застройщик в сегодняшние дни начал отключать неплательщиков там, за электричество. У них там достаточно большие долги. Люди поступили мне сразу куча звонков, обрывают мне телефон, Николай. Я в свою очередь позвонил в горсовет, говорю, видите, что происходит. Вроде бы как поступила реакция, они начали звонить застройщику, но в то же время говорят, ну что мы с ним будем разговаривать, как бы это коммерческая организация. Ну, возьмите, тобто... напишите жалобу в прокуратуру. Ну, мне долго говорить не надо, я сразу написал эту жалобу. Кстати, до сих пор прокуратура не отреагировала. Вот. Я написал письмо в прокуратуру. Надеюсь, в ближайшее время будет ответ. И как-то они отреагируют на этот самовольный, грубо говоря, отключение. Тобто у вас виходить така історія. Почали відключати людей від електропостачання. Я зрозуміла, що там кілька днів було, так? Після того, як відключили забудовник, відключив жителів цього будинку, так? І ви вийшли, вирішили піти до міськвиконкому. А чому до міськвиконкому? Почему в Минском? Потому что они не подключили электричество, но это мое видение, и я считаю его объективным. Я не буду повторяться, вспоминая этот договор 70/30, и я говорю, когда на меня кричали, тобто, что ОСББ виновата. Тобто влада не виконала певних обов'язків, які брала на себе перед тим, як вести будинок в експлуатацію. Совершенно верно, да. Угу. Можна подати сумнению, кстати, вот в експлуатацію этого дома, поскольку не были выполнены эти все подключения всех коммуникаций. Я тоже двигался в этом направлении, и, к сожалению, сегодня немного я жалею, что я не дал ход там, юридическому делу, заявлению и все остальное. Так бы мне было бы сегодня легче бы говорить людям, вот было судебное заседание, то-то. Но это долгий процесс, не знаю, как бы мы из него вышли, и я думаю, если бы мы подали сегодня на это все в суд, то, возможно, бы и горсовету было бы легче нам отвечать, вы подали в суд, пожалуйста, ждите решения, и все, что вы от нас хотите. Будет решение, будем дальше двигаться. А какое это будет решение, поскольку горсовет там в свое время выдал ТУ, то есть они могли найти там, грубо говоря, козла отпущения, там тот ДТЭК, что не хочет сегодня идти навстречу людям и так далее и тому подобное. То есть на эту тему можно очень долго размышлять. Ну, я думаю, що тут не потрібно розмишляти. Тут мені здається, що вже давно потрібно діяти. Думаєте, треба подавати в суд?
Ми з вами на початку говорили про те, що ми живемо в правовій державі. І тоді, коли ви виходите до виконкому, от, наприклад, що мене спонукало вас запросити до ефіру, для того, щоб просто зараз під час ефіру розібратися, в чому ж проблема там будинку Іванова 24, який єдиний в місті сплачує такі тарифи за електроенергію. Не єдиний. Якщо ви смотрели це інтерв'ю, Александр Ануфриев, спасибо ему, тоже принимает активное участие сейчас в помощи нашему дому. Он говорит, есть не общежитие, депутат. Есть там с проблемами по электричеству еще. Гуртожиток який? Красное общежитие, вот это Портовское. Я так понимаю, у них там тоже что-то с электричеством проблемы, я не углублялся в этот вопрос. Ну, они просто житловый комплекс, у них статус інший, а у вас житловый будинок. Ну, по статусам я не разбираюсь, там, да. Вот есть, после этого ролика со мной вышли на связь жители от застройщика в его смарт-хаус. И, оказывается, у них там тоже проблемы с землей под застройку, там нецелевое предназначение. Ну, я не буду опять, я там говорю те вещи, которые я не изучал, не вникал, не хочу потом глупо выглядеть. Вот, у них теж є проблеми. Да, они сегодня тоже нет у них постоянного подключения, платят по тарифу завышенному, тоже как для юрлиц. И у них проблем, я считаю, еще больше, чем у нашего дома. И я не понимаю, как такой застройщик и дальше продолжает строительство, и дальше продает людям обвертку с гнилой конфетой. Ну, тобто послуги, які ви мали б отримувати як споживачі, ви їх не отримуєте. Ну, це дуже цікава історія насправді. І мені б все ж таки хотілося б, якби цю історію вивели вже в юридичну площину. Тому що у нас виходить така дуже класична історія. Люди бідкаються, влада розводить руками. Тобто, от цьому всьому перебігу подій треба вже дати якийсь край і якісь висновки юридичні і правильні. І так ви будете ще два роки судитися. Да, смотрите, що я хочу сказати, що удома бюджет такий дуже хиленький. Я говорив, що я пытался делать мінімальні вот эти всі платежі. Это раз. Ні, у будинку прекрасний бюджет. Ваші жителі сплачують і забудовнику, да, да. І ОСББ, і там ще, я хочу сказати, що це житло, воно втратило статус доступного. Ну, вже дуже давно. Так давно. Напишіть у себе на будинку недоступне житло. Ну, тобто... Елітне. Можна писати вже елітне. Дійсно так. Ну, хороший юрист стоїть грошей. Я, чесно, мені тяжело. Скільки переплатив ваш будинок, як ви вважаєте, чи ви смотрите, чи я хочу закончить юридичну сторону. Вот будет выйдет наш ролик, и я надеюсь, нас какой-то юрист увидит, которому интересна практика, и он не возьмет за это большие деньги, и он отзовется, и мы с ним нога в ногу пошагаем в юридическую сторону, наказывать халатность горсовета, застройщика, кто там искать виноватых в правовом поле. Вот. И, по поводу бюджета дома, вот там мне возле мэрии кричал мэр, что платите, платите. К сожалению, так складываются обстоятельства. И я тоже человек и понимаю жителей нашего дома. Когда застройщик выставляет им 1,5-2 тысячи платежки за электричество, они там пытаются как-то гасить это, и какие деньги уже остаются платить на ОСББ. Это раз. Плюс застройщик постоянно у него этот рычаг, который все время он дергает. Я вас отключу, кого-то отключает. Люди там правдами-неправдами находят деньги заплатить ему за электричество. И что остается на ОСББ? Поэтому я им объясняю, что давайте переведем дом на потребительский тариф. С людей спадет это напряжение финансовое, и они начнут больше платить ОСББ. Соответственно, уменьшится, я надеюсь, на сознательность людей, жителей нашего дома, что они начнут платить больше, и мы сможем и погашать и долги перед застройщиком, и улучшать какие-то ландшафтные дизайн вокруг дома и модернизировать тепловую систему, и приведем дом, сделаем его
жемчужиной города Южного. Ну, пока это остается только надеждами. Як ви бачите, як можна будинок от з цими проблемами, які у вас є на сьогоднішній день, перевести на тариф споживачів? Самое простое, это пускай, если кто-то там хочет выставить на торги, выставляет, убедятся в беззубости этого плана и передать сессии горсовета наше ТП на баланс ДТЭКа, это ускорило бы, ну просто это было бы вот так, все, переключили. Угу. Сегодня голосуем, завтра там прошли какую-то бумажную волокиту, я даже уверен, что с ДТЭКом мы сможем договориться, когда будет решение, и процесс там будет бюрократической передачи этого ТП, они уже нам смогут сделать там потребительский тариф. То есть эта ТП, она взагалі належит будинку? Ну, то есть она обеспечивает, живет ваш будинок? Чи вона живет чи інші будинки? Живет, так. Она... так. Ну, а чому для вашого будинку? Вот это для меня загадка, да. Вот, ну, я не знаю, шталь, вот Шевченка 4 тоже запитан от этой ТП, и они потребляют электричество с этой ТП по потребительскому тарифу. То есть, ну, я не знаю, шталь как-то, видно, у него больше связи, хотя в какой-то момент я к нему тоже обращался за помощью, и он, спасибо ему огромное, не отказывал. На стадии, кстати, приемки дома я просил, чтобы он помог мне, дал прораба, который обошел, и дал замечания по тем моментам, которые он видит, которые бросаются в глаза. Тому що, ну, от зараз наша з вами розмова, вона вся зводиться до цього ТП. А от, і таке враження, що ви лобіюєте інтереси комерційної організації, тому що, ну, це просто якийсь шантаж, якщо чесно. Вони вам не дають тих умови, будинку, який є житловий, через те, що ТП міська влада не передає їм на баланс безкоштовно. Ну, це так виглядає збоку. Я лавірую. Лабіруєте, так, так. І ви кажете, передайте ТП ДТЕКу. Ну, тобто... Я лавірую. Мені таке слово не з моєго обіходу, скажімо так. ДТЕКа, да. Пускай так буде, якщо мені все одно. Ви розумієте, що так не може бути? Скажіть тоді, як должно бути? У вас будинок, там живуть люди, ви не виробляєте там жодної продукції, у вас не може бути комерційного. Якщо у вас немає тих умов, треба розібратися, чому цих тих умов немає. Але точно спросили, не через те, що там... Ви мене спросили, як що зробити, я вам відповів. Давайте тоді зробимо так, смотрите, давайте тоді... обрежем этот кабель, который когда-то проложил город, он стоит денег немалых, раз, там тоже были какие-то работы, и обрежем его и проложим новый кабель в ТП, который дает, не будем лоббировать интересы ДТЭКа, а будем уже лоббировать интересы горсовета. Прокладываем новый кабель, делаем все строительные работы, все благоустройства. И мы выходим на стоимость работ, там тоже приблизительно мы считали около 2 миллионов гривен. Так это мы, получается, чьи интересы лавируем сейчас? Мы потратим бюджетных средств на 2 миллиона, просто обрубив кабель. Ну, это другий выход. Так, может, наоборот, мы, отдав это ТП, сэкономим деньги для бюджета? Сколько они хотят выручить денег за это ТП? Вот скажите мне, я понимаю, знаю, что да. Так, я не знаю, скільки. Я уверен, я что просто... много они не получат наскільки за это. Наскільки я розумію, ця ТП, у неї не вистачає потужності. Ну, нет, мы вот обсудили это с ДТЕКом, там потужності более чем достаточно. На ваш будинок вистачає? И еще на несколько. Чому не дають тих умови тоді? Вы как будто меня не слушаете. Генеральный директор показал устав ДТЭКа, где черным по белому написано, ДТЭК не может проводить работы, выдавать ТУ и все остальное, там связанное с подключением потребительский тариф в ТП, который не находится у них на балансе. Добре, чему будинки иначе отримают технические умовы? Это надо спросить у других будинков, это раз. Ну, и я уверен, что они этот вопрос поднимали немного ранее. Сейчас у ДТЭКа все централизировано, все тендеры, все загружается на там,
на платформы, то есть там нету такого, что где-то что-то можно сделать. Ну, будинок зданий вашу експлуатацію у 19-му році. Я думаю, що тоді можна було б тих умови отримати без ну, різних там, переходячи на сервер там, і так далі. Кстати, я хочу сказать, что я же говорю, что где-то с полгода назад только с горсовета слетели эти розовые очки, и они поняли, что никак не смогут договориться там в ДТЭКе, протолкнуть эти ТУ, вот эта проделанная работа с отдачей, договор на обслуживание ТП, который тоже якобы должен был нам как-то упростить эту процесс получения ТУ, но ДТЭК тоже как бы объясняет, что говорит, тобто в да, что если мы обслуживаем, гроші. Мы не можем все равно к этому ТП дать ТУ, к сожалению. То есть работа была выполнена впустую. От, вони хотіли зекономити гроші і вирішили по старому проєкту отримати техумови так само, як за попереднім, за іншим будинком взяти той самий проєкт. К сожалению, я не экстрасенс, я не могу залезть ним в голову, как они там хотели делать. И я уже повторяю, что я всячески пытался пробиться в этот процесс, получить больше какой-то объективности, что ли, не знаю, как сказать. Но это все было все время за занавесом. Все время я только стукался в эти двери, стукался, помогите, сделайте, пустите. Но меня никто не пускал. Давайте тепер, чи вели ви підрахунок, скільки за цей період часу жителі переплатили за електропостачання? Ну, не тільки за електропостачання, плюс вони ще сплачують і компанії, забудовнику за обслуговування, так я розумію. Да, 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 по електричеству. Это все грубо. Четких подсчетов я не делал, потому что у меня нету этих данных, сколько они платят застройщику. Это как бы надо цифры. Ну, приблизно. Ну, я озвучивал эти цифры. Ну, в эфире так. В ролике. Вы хотите, я озвучил так, это так. В эфире. По моим таким приблизительным подсчетам, каждая квартира, кто проживает там и потребляет электричество, они переплатили в районе 20-30 тысяч гривен за весь период вот этого вот волокиты уже за 2 года. А сколько у вас квартир? 110. 109, быть точнее. И тобто виходить, що, що ви переплатили... Ну, більше, ніж 2 мільйони, ну, так? Так я цю суму озвучив, так. Да. Більше, ніж 2 мільйони переплатили. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ну, от, власне, ви думаєте, якщо ви все ж таки подасте до суду на компенсацію цих коштів, ви зможете виграти чи ні? Чи все ж таки там все настільки? Мені тяжело говорити об этом, тому що я не юрист, я так дуже багато читаю законодавчих проєктів, и законов, и они такие достаточно тяжелые для меня, для понимания. У меня техническое образование, я больше в другой сфере, я там как-то могу читать достаточно большие талмуды, но могу определить, где вода, где необходимые вещи, на что необходимо обратить внимание. А когда читаю юридические законы, для меня это просто, ну, какое-то... Я понимаю, что гуманитарии тоже необходимы, хотя я к ним всегда скептически относился. Ну, все ж таки, розумієте, я, наприклад, не бачу іншого виходу з вашої ситуації, крім того, що ви маєте вивести цю історію в юридичну площину. Або кожен житель індивідуально, тому що... Ви несете збитки всі, не будучи на сьогоднішній день юридичною організацією, є тариф для споживачів, дійсно, для населення. Ви переплачуєте дуже тривалий час і ви нічого з цим, по суті, не робите. Тобто ви ходите до виконкому, ну, тобто до Южницької міської ради і результату жодного немає. Ну, ви так говорите, нічого не робимо. Робимо. Процес движется, как бы,
правильно, неправильно. Вот уже спустя какое-то время мы поняли, что отдавая ТП на обслуживание ДТЭКу, оно ни к чему не приводило бы и так далее и тому подобное. Это же много движений было. Заход с одной стороны, заход с другой стороны. Сейчас, когда ввели военное положение, я начал активно участвовать в этом процессе. Стало возможным получение временных ТУ, я бросился сразу, подал в электронном кабинете эти документы, весь необходимый, там огромный пакет документов. Они ответили положительно, я побежал в горсовет, говорю, вот мне дают временный ТУ, к сожалению, вот к этой подстанции, что мы делаем, мне продлевать это, или может это повлечет потом какие-то трудности в дальнейшем для подключения, все-таки тоже не хочется навредить этому процессу. Вот. Потом, что у нас еще было? Сейчас вот вступил закон, о котором Любимый Дмитрий Валерьевич говорит, с 24 числа о подключении объектов, которые сдались в эксплуатации, но нету подключения. Вроде бы как возможно будет подключить, но все равно, читая этот закон, не знаю, как Дмитрий Валерьевич его читал или кому он поручал это сделать, и как ему доносили эту информацию, там тоже, мне кажется, возникнут трудности, мы посмотрим, как это будет. А правовую площину решения нашей проблемы, я хочу сказать, что она не за горами. Вот уже вижу, как настроен горсовет, вижу, как настроен застройщик, он хочет выбивать в юридическом поле эти долги. Пожалуйста, будем двигаться, будем двигаться. Ні, ну чекайте, те, що стосується вашого забудовника, який вважає, що хтось йому там гроші винен за електроенергію, це одна історія, яка для вашого вирішення питання взагалі нічого не принесе. Ви зараз назвали суму 2 мільйони гривень, і за ці 2 мільйони гривень можна було б уже точно переключитися на іншу підстанцію. І ви б зекономили набагато більше, ніж сьогодні маєте. Але скажіть мені, якщо, наприклад, дійсно там вступили... Смотрите, давайте я вот отвечу вам на этот вопрос. Действительно, есть достаточно много у меня жителей активных, которые готовы даже понести какие-то сейчас дополнительные затраты, чтобы ускорить процесс переподключения на потребительский тариф. Там, грубо говоря, собрать тайную сумму денег, повести в ДТЭК, может как-то так закрыть этот вопрос. Или может эти деньги потратить на каком-то юридическом направлении. Вот, но есть достаточно много жителей, кто не заинтересован в этих, я их озвучивал тоже, у которых ремонта нет и дополнительные им затраты, им вообще это неинтересно, они даже об этом не хотят слушать. И, так, к сожалению, мне было бы проще работать, если бы жили там 99% жителей, то этот процесс бы был намного эффективнее. И сегодня мы видим даже, я уже боюсь называть это митингом, ну мало людей пришло. В чате выписывают очень много, критики звучит очень много, а как доходит до дела, к сожалению, видите... Ну, просто якщо ви організовуєте мітинг, то тоді ви маєте план заходу опублікувати там і сказати. Ну, я грубо говорю, да, це не мітинг був. Да, такого листа, у цьому листі будуть такі вимоги, тоді б, можливо, більше людей прийшли б, тому що має бути вихід, якийсь результат і якась, ну, така матеріальна, щось матеріальне, розумієте? Ви мені все об'ясняєте, цей мітинг, хорошо, я знайомлюсь, як проводяться мітинги, і в следующий раз ми зробимо все. Ви впевнені, що взагалі потрібно далі проводити мітинги, а все ж таки звертатися до суду? Якщо у вас, ви конкретно назвали, що виконком, от, ну, Южницька міська рада не виконала свої зобов'язання. Забудовник, він так само не виконав якісь там вимоги, які ви до нього висували. Чи варто знову йти до мітингу, на мітинг і звертатися там до міської влади, чи все ж таки варто сьогодні звернутися до суду і нехай в юридичній площині це питання буде вирішуватися? Тому що ви подаруєте 2 мільйони гривень, так виходить? Ну, нікому нічого дарити не збираюся, це раз. Ну, просто як мешканці до цього теж, ну, тому що це все залежить, звісно, вони ж платять, у них індивідуальні договори. Ви, як голова ОСББ, насправді в цьому питанні якраз таки не зможете, якщо це мешканці переплатили, то вони мають звертатися до суду, але у вас має, можливо, якісь колективні звернення. Я надеюсь, может, если ничего не сдвинется, мы обязательно будем это выносить на общее собрание.
на голосование. Возможно, во взносах в доме мы отдельную графу сделаем на компенсацию юридических затрат. Как-то так. Я, конечно, постараюсь подготовить необходимую там смету, сколько хочет юрист, как это все будет видеть. Я говорю, если ролик кто-то посмотрит из хороших юристов, который готов идти нам навстречу, помочь за разумные деньги, так сказать, то будем двигаться, конечно, чего нет. Ну и те, что стосується публичности. Я хочу сказать, чтобы еще не навредить, конечно, всему этому процессу, потому что перейдя в юридическую плоскость, то... Тобто ви будете чекати 24 листопада для того, щоб, ну, це той черговий термін, який був поставлений на цьому заході, який відбувся в понеділок? Ну, ви вже хочете, да, к чому ми прийдемо. Ну, я все-таки жду від Дмитрия Валерійовича дзвінка, він на цьому мероприятии говорив, що дзвонив уже генеральному, тот где-то в командировці, вернеться, буде якась ясність, видіння. Ну, комунікація у вас іде, так? Звісно, да. Ми дуже часто. Що стосується тих, кого відключили, підключили? Були проблеми, кстати. Дмитрий Валерійович говорив, що зв'яжеться і сразу там всіх включать. Нікого так і не включили. Люди ще мені перезванювали і говорили, що ми до сих пор сидимо без світу. Це вже на наступний день після цього мероприятия. Я вже не називаю його мітингом. Вот. Я сразу реагировал, звонил Дмитрию Валерьевичу, потому что с застройщиком мне не получается уже нормально разговаривать. Последний раз я там разговаривал с застройщиком и доводя до него, что материальное положение тяжелое, они просто рассмеялись в трубку. И для меня это был, честно, шок. Люди на другой планете, им все равно. Як ви вважаєте те, що влада береться за те, аби в ручному режимі регулювати ваші взаємовідносини з забудовником, який відключає вас від світла, це правильно чи ні? Я не зрозумів питання, чесно, извиняюсь. По дзвонку вирішувати питання, це правильно? Так, звісно, ні. Правильно вже перевести дім на потребительський тариф. Вот, вот это самое правильное решение и закрыть. Я не понимаю, тоже лекторат там того же Владимира Николаевича Новацкого, Дмитрия Валерьевича Любивого. У них, ну, реально такая проблема, я не знаю, это как у меня в моем там жилом доме где-то какая-то проблема, а я просто хожу мимо нее и переступаю через вот это вот проблемное место. Ну, это не по-хозяйски получается. Ну, я думаю, что так, як ми прагнемо до того, щоб виконувалися закони, все ж таки ми всі маємо пам'ятати, що ми живемо в правовій державі. І вирішення питання через адмінресурс – це не є вирішення демократичної країни. Демократична країна все вирішує через суд, насправді. І цього не потрібно боятися просто. Ну, це я для того, щоб просто вийти з цього замкненого кола, тому що я коли почула озвучену цифру 2 мільйони гривень, жителі потенційно переплатили за обслуговування електромереж і за електропостачання, то насправді ви б могли б, я не знаю, ще один будинок би доступний би збудувати поруч. Ну, ну це хорошо, що ви розумієте, видите, хтось не розуміє. А от, і мені здається, що справедливо було б все ж таки звертатися до суду. І я дуже сподіваюся, що дійсно у вас, якщо така, та, ну, так у вас буде це бажання, що ви все ж таки продовжите в правовому полі, я правовому полі, так. І я абсолютно не проти насправді публічних заходів. Для нас, як для журналістів, це дійсно дуже хороша нагода висвітлювати проблеми. І ми дуже вдячні вам, як жителям, за те, що ви, не дивлячись на те, що зараз війна, прийшли і публічно озвучили свою проблему. І дуже вдячні за те, що ви озвучили сьогодні всю історію цього питання. А от, але все ж таки ми хотіли б вже бачити якісь рухи такі, і щоб хтось все ж таки розставив у цьому питанні крапки над «і», і це питання було вирішене. Тому що
особливо зараз. Це дійсно важко, коли війна, коли люди втрачають роботу, і їм ще боротися з цими вітряними млинами, це важко. Тому я вас сьогодні і запросила. Просто для того, щоб... От видите, от вас ще поступає теж совет, і повірте мені, на стадії, коли я брав этот дом, і зараз навіть поступає дуже багато советів. А зробити так, а зробити так, а давай от так. Мені здається, що юристи... А давай от так, да. Юристи, якщо відбудуться, то все одно совети советами, а рішення приймаю я, і груз відповідальності теж звалюю на свої плечі. Так, так. Дякую дуже. Я нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили сьогодні про будинок по вулиці Іванова. Це будинок, який був збудований за програмою «Доступне житло». І від себе ще хочу додати, що сьогодні прозвучали і були названі сторони, такі як Южницька міська рада, були названі імена і прізвища тих людей, які теж були задіяні у цих проблемах. Є компанія ДТЕК, яка теж озвучена була під час ефіру, також забудовник, який на сьогоднішній день має певні взаємовідносини і взяв на себе обслуговування електромереж. І всі ці організації так само мають право прийти до нашого ефіру і озвучити свою точку зору. Всім, хто... вважає за потрібним розповісти про цю історію зі свого боку, будь ласка, приходьте, ми будемо продовжувати цю історію. Мені здається, що тоді у цьому питанні все ж таки буде знайдений якийсь такий цивілізований вихід. На цьому ми з вами прощаємося, на все добре. До свидання.